Андрея не було, але ми їхали вже провожати. Да, да. Сергія провожати додому, да. А тут їдемо, а він не їде. Да, я сказав, що остаюсь. Так ми, короче, ефір. Короче, Даша, до вторника остаюся. Во вторник. Вот еду, значит, даст Бог. Теперь уже, я уже как по-татарски, иншаллах, значит, они говорят, что, значит, ну, это, короче, если могут быть угодно, то сделаем и то, или другое, да. Приветствую, да, слава Богу. Да, слава Богу. Проходите, присаживайтесь. Да, и начнем, друзья, с молитвы тогда. Да. И начнем с того, что действительно Бога поблагодарим за все. За все, за все. И из Слова Божьего, итак, Ефесянам, 5 глава, с самого начала, 1 стих. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви. Ну, дальше написано тоже там, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, приношение жертвы Богу в благоухание приятное. Но вот это вот, живите в любви, очень сильно, как бы оно так, ну, коснулось. Тоже перечитывая Ефесянам, послание Ефесянам. Так что, браты, сестры, да, живем в любви, да. В любви Господней, аминь. Боже, благословен Ты, Царь наш, благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной, благословен Ты, Спаситель наш, благослови Господь сегодня и всех присутствующих нас, и тех, кто будет в записи смотреть это служение. Боже, участвуй с нами после этого собрания уже, в этом собрании, в этом служении Тебе, Господь. Боже, благослови всех нас во имя Господне, во имя Иисуса Христа, и да святится Твое святое имя. Благословен Ты, Бог наш, действительно во Христе искупивший нас, благословивший нас, Господь, всяким благословением Божиим и сказавший устами помазанника своего Павла, живите в любви. Боже всемогущий, благодарю Тебя за жизнь в любви, Господь, благодарю Тебя за новую жизнь, за это счастье познавать Тебя, знать Тебя, Господь, погружаться в Тебя. Боже, а Ты... в меня, а я в тебя. Погружаемся, совершаем это баптизо. Они ледоди, ведоди ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь наш, Владыка наш. Благослови, Господь, весь ход этого собрания, весь ход этого богослужения. Благослови, Господь, Боже, Словом Своим, Духом Своим Святым. Благослови, кто сейчас подходит, Боже, к собранию, Боже, благослови всех, кто не смог быть сегодня. Боже, коснись их там, где они сейчас находятся, по богатой своей милости, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Бог наш, Бог богов, Господь господствующих, во имя Христа Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Вся земля так долго на цей день чекала, коли не з неба чистий сильний дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті до нас увірвався. Він приніс нам віру в світле майбуття. Через свого Сина, всемогутній Батько, нам дарує ріки вічного життя. Ісусу слава! Ісусу слава! Лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава. Співає вірна Україна, люди в Україні, підіймайте руки.
Сына, Він єдиний Бог, Він своєю кров'ю розірвав кайдани, Він достоїн слави, Ісус Христос, Ісусу слава, Ісусу слава. Лунає пісня над схилами Дніпра, Ісусу слава, Ісусу слава. Співає гімна Україна, Ісусу слава навіки, навіки. Ісусу слава навіки, навіки. Боже наш, благословенный Господь, пусть действительно хвала Тебе с нашей земли возносится, как фимиам, как благоухание. И здесь, над схилами Днепра, пусть действительно лунная песня Иисусу слава, всегда, всегда. Бог всемогущий, слава Тебе! Боже, благослови сегодня Киев, Боже, благослови сегодня, Боже, всех любящих Тебя, Тебя, боящихся в этом городе, Боже великом. И пусть, Господь, возносится сегодня хвала, Боже, с каждого собрания народа Твоего, Боже, благослови всех верующих, Боже, здесь сегодня молящихся, Господь, Боже, по всему городу, Боже, и благослови всю Украину во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, Боже, пусть солнце правды всходит все выше, Боже, в зенит свой, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть наполняется Богопознанием земля наша, Господь, благослови, Господь, по богатой своей милости. Аллилуйя. Аллилуйя. Молитесь, братья, сестры. И вот тоже в молитве сейчас тоже прошу Бога милости. Вчера суббота, вот четвертая суббота, да, последняя суббота ноября, листопада, значит, она вот уже не первый год, как воспоминание вот этой трагедии, да, даже не одной трагедии, Голодный мор, да, который повторялся несколько раз, да, в Украине в 20-м столетии. Это страшно, конечно. Знаете ли, это просто невероятно. Украина, Бог дал Украине, народу Украины такую землю, где, ну, знаете ли, ну, сказали бы об этом раньше, что возможен голод в Украине, то никто бы не поверил никогда бы. Это восприняли бы просто как какую-то злую шутку какую-то, знаете ли. Вот такого не может быть просто. Ладно, где-то там в Африке, ладно, где-то еще там. Здесь и дожди, и земля такая, и то есть все, здесь, понимаете ли, и надо было умудриться здесь создать голод. Это настолько невероятно, уму непостижимо. И вот, вот это все вспоминается, эти трагедии, эти преступления, геноцид этот. И, знаете ли, молимся о том, чтобы действительно не совершилось больше подобное преступление. И чтобы просто Господь действительно сегодня утешил нас своим утешением, благословил. И сегодня, чтобы действительно благословил землю нашу пробуждением своим духовным. Пусть множество душ пробудется к славе Божьей. И Господь говорит в Библии не только о голоде. Он говорит о голоде, да, это страшно, конечно. Глады, моры, болезни. Вот, но в Библии еще говорится о голоде другом, о голодоморе ином, иного рода еще, который страшный и даже, может, еще страшнее, даже, чем этот голод хлеба. Голод Слова Божьего. И, знаете ли, если голод хлеба, то человек как бы, он понимает, ему нужно есть, то здесь страшно в том, что человек погибает, и он не понимает, что с ним происходит. Он не знает, где этот, что ему нужно вообще. Вот, и поэтому сегодня по земле происходит такой голодомор, такой духовный. Вот, но пусть Слово Божье, оно приходит как хлеб жизни в судьбу людей, и пусть люди живут и благословлены будут во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Отец наш, Бог и Царь, благослови, Господь, нас. Благослови, Боже, сегодня, Господь, Украину. Боже, и вчерашним днем, когда вспоминали эти трагедии в 20 веке бывшие, Боже, этот геноцид, Боже всемогущий,
Я сегодня воздаю Тебе славу и хвалу, Господь, за то, что действительно, Боже, Ты сохранил, Господь, спас, Господь. Боже, и вспоминаю те миллионы жертв, Господь, Боже, этого геноцида, Боже, мы сегодня, Боже, и каемся, и молимся, Господь Боже, и просим Твоей благости и милости, Господь Боже, в сегодняшнем дне. Пусть подобное зло не совершается больше на нашей земле, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, благодарю Тебя, Господь Боже, что закончились вот те десятилетия этой пропаганды атеистической, когда безбожие пропагандировалось везде. Боже, сегодня, Господь Боже, звучит хвала Тебе, сегодня звучат молитвы, Господь Боже, во имя Иисуса Христа. Благословен Ты, Царь наш, благословен Господь. Сегодня звучит, Господь, Иисусу слава, Боже, и здесь, на берегах Днепра, Господь Боже, и по всей Украине, Боже, благослови, Господь Боже, по богатой своей милости. И пусть, Господь, не только этого голода хлеба не будет больше, Господь Боже, этого ужаса, но и голода вот этого духовного хлеба. Боже, пусть действительно люди будут действительно насыщены Словом Твоим, жизнью Твоей, Тобою, Тобою, Христом, Господь, слава Тебе, Боже наш. Благослови, Господь. И как, Господь, Ты благословляешь землю Украины большими урожаями, Господь, землю дал благородную, такую благоприятную, благодатную, Господь, Боже всемогущий. И пусть, Господь, также и по этому образу, и духовный хлеб здесь, Господь, уродится. Пусть и духовный хлеб, Господь Боже, здесь в Украине будет, Господь, действительно Тобой преломляем, Господь Боже, и раздаваем, Боже, во имя Иисуса Христа. И пусть, Господь, хлеб этот придет, Господь Боже, действительно, также не только в Украину, но и с Украины в разные страны мира, Господь Боже, по всему лицу земли. Слава Тебе, Боже наш! Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Бог богов, Господь господствующих. Аминь. 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 Может, еще кто помолится, тоже вот с места, кто может помолиться. Присоединимся о чем-то, о ком-то. Слава Тебе, Владыка, да, что Ты позволяешь, слава Тебе, под Твоими крыльями собираться. Да. Слава Тебе, что Ты руководишь нами. Да. Слава Тебе, что Ты творишь новое. Да, Ты творишь новое, да. Слава Тебе, что Ты разорвал завесу. Да, Господь, да. Да. Слава Тебе, Господь, слава, что Ты сделал нового человека. Да, Боже. Да. Слава Тебе. Благослови, руководи, что мы есть без Тебя. Мы не ищем чудеса и знамения, мы ищем славу Твою, чтобы Ты проявлялся через нас, творил свою благую, угодную волю, как Тебе угодно, не как нам. Слава Тебе, слава Тебе, что Ты научил нас любить врагов наших. Да, Боже, да. Благословлять проклинающих. Благословляй. Слава Тебе. Врагов, да, Господь, Боже. Без Тебя это невозможно, да, сделать. Да. Когда женщина заходит в троллейбус, становится на ногу. Как тяжело сказать ей: извини, я не успел убрать ногу. Как тяжело, так охота крикнуть на нее. А ты говоришь, как, что я не успел убрать ногу. Ибо не спи раз его. Ибо я мешаю здесь, с милостью, чтобы она не расстроилась, ей хорошо становится. Ей хорошо, что я не обижаю, потому что кругом терпят. Смилуйся, смилуйся, научи претерпеться, научи нести немощи, яви свою любовь через нас. Все прощения, долготерпение, самоотдача. Руководи, переплавляй, ибо я сказал, что будешь ты крестить огнем и духом. Только приходи на помощь, утешитель, утешать, что мы есть без Тебя. Да, Господь, когда Ты боролся до крови и пота за нас, по сей день сила Твоя здесь. И ангел Тебя укреплял. Слава Тебе,
слава тебе, ибо в духе поднимутся пророки, те, которые говорят слово твое. Защити от противящих пророков, которые силу дают Духа Слову по небесной. Защити, наполни Словом Твоим эту Украину. Наполни пророками света, которые несут свет. Чтобы эти слова не стекали. Животворили каждую главу Киева. Все области животвори. Животвори. Собери слово пророков для славы Твоей. Как Саул пришел наказать Давида, а пробудился голый и осознал, что власть только в Тебе. Тебе. Животвори. И Тебе за все слава, Отцу, Сыну, Святому Духу, во веки. Аминь. Аллилуйя. Аминь, аминь. Может, а там еще? Да, я хочу. Чтобы молиться, сказать слово Боже. И я прошу Тебе, ну, мы все Тебе любим. Аллилуйя. Але любовь не в том, что мы любим Тебе. Любовь в том, что Ты полюбил нас. Да. И вот Ты сказал своему слову, где двое чи троє зібрали в ім'я моє, а там я серед них. І просто я прошу тебе, просто перебувай на цьому собранні. Веди це собрання, зібрання не із-за того, що ти сказав, і ти не можеш нарушити своє слово, а із-за того, що ти любиш нас, що ми тебе любимо. І просто давай ти, хто. Кому що треба, ти серцевидець, ти Амінь. Це знаєш, кого треба, просто ісцеляй, ісцеляй просто ті, кому треба звільнення, звільняй во ім'я Ісуса Христа. Всіх наповняй нас Духом Твоїм Святим, Твоєю любов'ю, Твоєю милістю і Твоєю радістю. Тому що ти сказав, радість Господі, сила наша. Дякую тобі. Дякую тобі. Славлю Твоє святе ім'я, славлю тобі Отцю і Сину, Святому Духу. Амінь. Амінь. Алілуя. Алілуя. І за сім'ї хочу дуже помолитися, Бога поблагодарити, просто благодаріться все. Ці дні я молився за зятя особливо. Потому что, значит, ну, действительно очень тяжелые такие были вот дни эти прошлые. Вот, значит, отступление зять, значит, там и прочее. Знаете, вот приезжал брат черный, да, значит, чернокожий, как он? Родни, да? Ну, есть. Да, короче, да. Мене Алексей звать. Запоминай. Вот, помолились, да. Значит, и, знаете, вот действительно, вот, Бог начал совершать еще большие чудеса в семье моей дочери, да, вот, и моего зятя, значит, да, значит, и сегодня я скажу только, ну, Богу всю славу вашу воздать и хвалу. Аминь. Отец, благодарю Тебя, Господь Божий, за и ситуацию и в семье, и Господь Божий, молодой этой семье, Божий, детей наших, Божий. За спасение, Господь Боже, и за действительно освобождение, покаяние Михаила, моего зятя. Боже, благодарю Тебя, Господь. Боже, и сегодня, Господь Боже, он там, в этой больнице, Господь Боже, Боже, после этой и пьянки, и, значит, наркотиков, и всего, Боже, и там, Господь Боже, в этой психиатрической сейчас клинике, Господь Боже, я знаю, что Ты его касаешься, Господь. А те врачи, Господь Боже, они психу, они могут лишь душу каким-то образом медикаментозно восстанавливать, поддерживать, Боже, но я знаю, что у Тебя есть действительно полное исцеление. И все эти действия этого алкоголя, Господь Боже, наркотиков и блуда и всего этого, Боже, Господь Боже, то, что уродовало психо, это душу уродовало, Боже, Господь, я знаю, Ты действительно целитель. Ты действительно освободитель, Боже, и в судьбе Михаила да прославишься, Господь, да прославится Твое святое имя.
И Господь, и зять мой Боже, да, вновь прославляет Тебя, Господь, как Боже, он служил Тебе, Господь Боже, и нес Евангелие, Господь, был миссионером, Боже. Пусть и сегодня, Господь Боже, восстановившись, Господь, в Тебе, в Твоей любви, Господь Боже, он, Господь, послужит Тебе и прославит великое имя Твое, Господь, на ниве Твоей, во имя Иисуса Христа. Боже всемогущий, и я благодарю Тебя, Господь, что Ты действительно, Боже, даже в эти трудные дни, Господь, когда эти переживания были все, Боже, и есть, Господь Боже, Ты поддерживаешь, укрепляешь, Господь Боже, и Ты, Господь, не даешь пасть, Ты не даешь, Господь Боже, действительно, Боже, унывать, Ты наполняешь сердце благодатью Своей, оптимизмом, Господь Боже, Ты даешь возможность, Боже, весело смотреть будущее, несмотря ни на что, и называть несуществующее, как существующее, Боже, опираясь на Слово Твое. Благодарю Тебя, Господь всемогущий. И как Отец земной, Боже, я обращаюсь к Тебе, к Небесному Отцу, потому как Ты действительно, как Небесный наш Родитель, можешь действительно лучше всего понять, Господь, нашу эту молитву, осознать, Господь Боже, все благо, наше осознание, Боже, благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Боже наш. Боже, и благослови, Господь Боже, все семьи, Господь Боже, благослови, Господь, наши семьи, наших жен, там, мужей, детей, там, внуков, там, Боже, благослови, Господь, все родство, да святится имя Твое святое, и пусть Твой шалом, Твой мир будет в наши сердца, Господь Боже, потому что без Тебя на самом деле ничего не можем сделать, но с Тобой мы сможем сделать все. Боже, и пусть кровь Иисуса Христа, Агнца Твоего, на косяках нашего разума будет, наших сердец, нашего служения этого, наших семей, наших домов, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я колей прагне до потоків так душа моя прагне тебе. Я бажаю тобі сказати, що я так люблю. Я колень прагне до потоків, так душа моя прагне тебе. Я бажаю тобі сказати, що я так люблю. Ти один моє серце знаєш, в нього ти любов вливаєш. Я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе. Ти один моє серце знаєш, в нього ти любов вливаєш. Я Простягнув ти пробиті руки і від смерті мене врятував, щоб звільнити мене від муки на хресті. Ти кров проляв. Ти один моє серце знаєш,
вовек. Благословен Господь, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. 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 Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Тоже все. Исповедание. Вы его сделаете. Исповедание. Слава Богу. Ви вивчили ту пісню, яку ми співали за отцом Андрієм. Хочу нам за п'ять прославити Господа. Давайте прославимо Господа. Отець Андрій. Отець Андрій, так? Будь ласка. Алілуя, алілуя, алілуя. Слава Богу, слава Богу. Алілуя, алілуя. Так. Образ совершенный любви и чистоты, Спаситель царь смиренный, пример мой вечный ты. На лик венца Тернова хочу душой взирать, хочу делам и словам в тебе лишь пребывать. Хочу твои слова я в жизни повторять, хочу, благословляя, врагам моим прощать. Хочу о них молиться, как ты молил о них. Хочу, как ты, смириться среди сынов земли. Во всем хочу тебе я, Спаситель, подражать, но мне всего милее в тебе лишь пребывать. Хочу в тебе одетый, ходить тебе одно, чтоб виден был везде ты, чтоб ты сиял кругом. Тебе прибыть желаю, к тебе хочу прильнуть, но лучше умоляю, ты сам во мне прибудь. Тогда мое сознание наполнит образ твой, и я твое создание навек сольюсь с тобой. Засветит мне земное снаружи и снутри, погаснет я плотское луча твоей зари. Слава